And didn't go to Russia. Брянские танцоры из школы современного танца «Ветер перемен» стали победителями в своей дисциплине в чемпионате мира, который завершился в Польше. Впервые наши девчонки смогли пройти строгий всероссийский отбор, чтобы представлять страну на таком престижном соревновании. Чемпионами мира стал дуэт юниоров Вероника Ерохина и Татьяна Куприкова. Вице-чемпионкой мира в престижной номинации «Соло» стала брянская танцовщица Дарина Резник. Третьи места завоевали брянские дуэты юниоров Вероника Ерохина и Екатерина Шпакова, а также Вероника Кузнецова и Виктория Лагерева.